Насколько это опасно? Типа по шкале от «вот дерьмо». Да вот дерьмо. Мы в полной заднице. Я бы так сказал. Эта штука — аналог атомной бомбы, только в кибервойне. Мы должны найти что-то вроде биооружия. Да, чуть не забыл. Только не взрывайте ничего. Когда мы что-то взрывали? Нужно действовать грубо, как мы умеем. Потому что дальше будет еще хуже. Налево! Это приказы. Уходи! Они не должны нравиться. Их надо выполнять.